Очаровательный московский зоопарк, билет в который стоит для взрослого человека 600 рублей. Есть ли льготы для российских пенсионеров, но зарубежных, скорее всего, нет. Здесь живет множество животных, птиц различных регионов, собственно, России. Также фламинго, попугаи, пингвины, змеи, пауки, тигры, львы, жирафы, зебры, слоны. За всеми ними очень удобно наблюдать и смотреть, хотя не всех видно, так как у них разное время бодрствования. В большей степени есть подписи, какое животное там обитает. Очень много кошачьих представлено, красивейших, панды имеются, обыкновенные и красные панды, лисички, волки. К сожалению, было немножко дождливо, поэтому не кто-то спрятался, а кого-то видно вообще только в процессе кормления. Есть обезьянки очень разные, в общем, вполне симпатичные, разнообразное развлечение. Для детей еще можно, ну и не только, конечно же, перекусить во многих кафе, выпить прохладительные напитки или кофе. Смотрите внимательно на то, где кто находится. Есть подписи. Красота животных и защита – это главное, что должно быть в нашей жизни. Ну, не только, конечно же. Здесь вы видите аистов разных. А дальше будут некоторые более крупные животные. Моя версия посещения второй раз была в зоопарке. Поэтому... больше я описала, конечно, в прошлом моем видео. Смотрите. А, да, есть некоторые разделы, где животным нужно тепло или холод, которые находятся в помещениях. Пугайчики. Собственно, вот их описание. Есть те, кто спонсорами является, и они указаны для каких-то определенных животных, если они имеются. Спасибо вам за внимание. Смотрите. А, да, некоторые из них вели себя так, что казалось, что они прям за вами наблюдают и красуются. Есть средняя полоса с сороками, белками, кроликами и зайцами. Например, даже в одном вольере. Ух. Тукан. Это австралийское животное. И дальше больше экзотики. Всем спасибо за внимание. В видео будет свой родной звук. Ждите новых обзоров, путешествий и других интересных мероприятий. Спасибо за внимание. До свидания.
пепла вот сюда. А то как же.